Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Карта у нас FNAF 3, мы с Серегой будем охранниками, а подписчики нас будут пугать. Серега, мы 1000 лет с тобой не выживали вместе, мы обычно играем друг против друга и троллим. Сегодня мы будем троллить немножечко подписчиков. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем метать ножи в стену. Да, Серега, классно же? Да. Я по аниматроникам кидаю. А, ты тренируешься, чтобы сдалека прям в голову. Видишь, вперед, мимо? Я пока я за тобой сразу. Так, мы здесь поставили двери. Очень классные двери. Немножечко ловушек. Немножечко ловушек. А где ты их там поставил? Есть. О, я слышу. Это уже, значит, пошло действие. Так, давай двери откроем. Давай. Слышишь? Опа. Вон. А я иду, иду. Охранников мочить. Настроение, ребята, как всегда, классно. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. А мы, Серега, что-то не можем их как-то убить. Надо нам придумать, как через окно наносить им дамаг. Например, подсрачник не работает, да? Да. Я вообще застрял. У нас вообще нет подсрачника. Я его не скачал. Ты его удалил. Ну, посрач! Эй! 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 Там мы двери все жмем подряд, ты и я. Класс. Отвали. Серега, пошли отсюда, мне он уже не нравится. Ладно, 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 валю. Прикольно тут проволочный челик. Так, 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 так. Они там топотят, я слышу. Мы немножечко сюда сходим. Слышите эти звуки шипения? Как слышим. Это разговаривает, да, аниматроник? Да. Блин, надо какой-то придумать им западло сделать. Я слышу его. Так, так, так. Здесь мы не пройдем. А! Кто это взрыв делал классный? Это тоже, моя. Я тоже хочу. Сработало на какого-то дурачка. Да. Так, Серега, я вижу, ты наставил там лазеров мощных. Вот, смотри, два засранца. Я вижу. На. Я успел гранату кинуть. На тебе, жопса. Ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Я могу его админским пистолетом убить, но не буду. Не надо. Рано еще их мочить. Они очень добрые, кстати. Они просто изучают территорию. Не успел. У нас даже калитка скрипит. Димас, отойди подальше. Я пердежную гранату кинул. На, там твои ловушки срабатывают. Да. Так, я слышу, кто-то топотит опять. Двери у нас такие немножко стрёмные, но видно все. Чё ты пролазишь сквозь стену, красноглазый? Отходи, Димас! Кидай. О, отлично. Наша дверь отравленная, вы теперь не пройдете. Не убивай, да что ж такое? Не могу, не могу. А, это текстурка двери, я даже не могу простреливать. А, простреливается. Серега, я могу тут сквозь щель мочить. О. Дробаш? Да, я что-то возьму мощное. Это не дробаш, это снайперская винтовка. Я случайно взял, извините. Димас, ты сейчас все... Да, не, не. Пристрелил в голову, красиво. Ай! Я что-то упал, Димас. Помоги. Знаешь что? Мне. Ты стоял на месте спауна. Я знаю. Может, давай тут поставим, чтобы мы не умирали друг друге. Так. Сейчас мы сделаем все по красоте. Тебя опять убить? Я сейчас тебя замочу. Они с двух сторон решили нападать. Ого, звук такой прикольный. А с чего ты стреляешь? Снайперских винтов. На. Ай, Димас! Это я тебя убил на расстоянии, шо ли? Да. Вот, блин. Ай, опять я. Все, Серега, я его больше брать не буду. Так, давайте в другое возьмем мощное оружие. Вот, например, вот это. Так, 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 заряжаемся. Или давайте, может, вот это возьмем. Разозлись, давай, давай, мочи, мочи, Серега. Ты разозлился? Не позорь мои трусы.
Такой звук прикольный выстрела, когда вентиляцией стреляешь. Не успело. Я тебя увидело. Ты не пройдешь. Так, давайте еще возьмем какое-то мощное оружие. Слышишь, этот звук какой-то прикольный? Трога, отойди, я вентиляцию. О, это черное очко, Дебас. А мы не умрем, да? Возможно. О, открой вентиляцию и стрельну, чтобы дальше она полетела. Да почему она стрельнула здесь? Да, тебя не убивают, зато меня убил. А, у меня было 1000 жизней из-за того оружия. 10 000, скорее всего. Так, 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 я слышу какие-то звуки стрёмные. Так, слышишь, Фантайм Фредди, пошел отсюда. А не то я тебе черным очком жахну. Серега, прости. Блин, тоже не буду черное очко. Ладно, ладно. Буду белое очко. Нет, этот пистолет тоже сильно имбовый. О, давайте вот этот возьмем. Замораживающие пули. Ой, Серега, я сейчас нас заморожу. Ой, я его заморозил. Блин, не простреливается окно никак. Я вижу его. Твоя тень здесь. Эннард, отвали. Димас, отходи. Я иду туда. Давай. О, щекоталка. Есть, я закрыть. Успел. Отлично. Ой, блин, Серега промахнулся. Обстоятельства, бывает. Мы и так долго продержались. Ныкаемся от них. Эй, ты что на него нападаешь? Его мочишь. Да я его замочу. Блин, дверь не в тему наша работает. Ого. И ушел. Запоносил нашу дверь и свалил. Давай. Испортить настроение. Опа, опа, идет с гитарой. И чё? Прикольно, давай, давай, лупи, лупи, лупи. Ты сможешь. Прикольно, да, лупит? Давай, давай. Наваливай, наваливай. Опа, и Фредди пришел танцевать. Прикольная музычка играет, конечно же. Смотрите, что он чудит, чудит и руки поднимает. И Фредди танцует. Блин, никак их не убить. Нет, это не то. Серега, извини. Обстоятельства. Обстоятельства. У меня всего 11 жизней осталось. Так, другую песню, да, ты запел нам? Давай. О, вот что их может остановить. Серега? Ну вот это мы наваливаем. А, жопса. Какой умный человек поставил дверь, как я, например. Давай, Серега, я его сдерживаю. А! Ничего-то не хватило мне. Серега, ну... Какую-то гнилую музыку играет. Ого, вы мочите. Не, все, ребята, до свидания. Будка закрыта. Нам дайте немножко праздника отдохнуть. Праздника не будет. Да. Ого. Нет, Димас, это перебор. Не, она ничего не сделает. Нам хана, Димас. Нет, мы живые с тобой останемся. Живые? А чего они их не убили хотя бы? Ты да. Не тут убиваешь, давай я тебе покажу, какую надо. Вот это вот надо, Серега. Вот это она меня в морду вписала. Бу, вот это, да? Видишь, мы все умерли четко. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!